Поедем сейчас в другой гараж, где у меня как бы мастерская, так сказать. И будем думать, что делать нам с этой бедой. Смотреть либо другие амортизаторы, либо что-то еще. Не знаю, как вариант, попробовать перевернуть колеса, чтобы вылет был в другую сторону. Ну, будет тогда шире квадрика. В общем, для начала надо его помыть. И потом смотреть. Потому что вот эта сторона более-менее. Но опять же, как более-менее? А пружина-то она все равно чиркает. Вот видно, что она прям чиркает пружину, когда максимальные ходы, так скажем, подвески. Так что будем посмотреть. Продолжается у меня ремонт прицепа. Вот. Приехал в гараж, помыл как бы. Корыто вот снял, разобрал, все. Вот так оно сейчас все это выглядит. Смысл какой? Вот амортизаторы минусовские, которые стояли, они довольно-таки мягкие. Ход подвески получается довольно-таки большой. Вот мой прицеп без корыта. Вот сюда вешается, колесико вешалось. И колесо при как бы сжатии амортизатора под нагрузкой по кочкам, колесо вот об этот уголок терлось, как бы задевало об сам амортизатор, и вот эта сторона правая терлась об вот этот уголок. Сейчас покажу, как разлохматило колесо. Вот видно, какие тут куски прям резины вырваны. Вот такая вот неприятная штука произошла. Это колесо, амортизатор стоял тоже минсковский, но другой. Стояли у меня, в общем, два вот таких вот амортизатора. С одной модели, с одного мотоцикла снятые, но этот амортизатор при поездке выломало внутренности, выбило, и осталась только пружина. То есть он как амортизатор работать перестал, просто как пружина была. Поэтому был вот такой вот амортизатор найден, снят с мотоцикла, с другого. Они вроде как идентичные, но вот у этого амортизатора пружина намного мягче, с которой сейчас и как бы начались основные проблемы, которая стала сплющиваться даже при том, что ее затягиваешь на максимум. Этот затянули на максимум, этот стал как бы держать довольно-таки хорошо, а этот стал проваливаться, и вот поэтому колесо как бы терло. Сейчас планирую к установке ижевские амортизаторы. Надо все это примерять, разница сразу вылезла в том, что другие уши, то есть там на 12, здесь на 10 дырочки. Вроде мотоцикл как бы тяжелее, мощнее, но почему-то тоньше болты крепления. Они уже тоже не оригинальные, что-то какие-то переваренные. То есть на этих сейчас померяю, но постараюсь найти как бы родные ижевские амортизаторы, не переделанные, и попробовать уже на них. Пружина намного жестче, точно так же регулируется. Вот. Ну а сейчас попробую как бы все это дело попримерить, подсобрать. Сейчас найду болты, шайбы, все это закреплю и попробую. Ну вот я и собрал прицеп на ижевских амортизаторах. Примерно вот так оно все выглядит. Вот. Коробуху чуть-чуть не задевает, то есть просвет есть. Он на тех был больше, но посмотрим, как оно будет. До колес тоже как бы. Так вот все это выглядит. Тут тоже просвет есть немножко. До колеса тоже как бы. Ну, эксплуатация, как говорится, покажет. Амортизаторы тоже. Сомневаюсь я в их способности, как бы, не потому что они с бушного мотоцикла сняты, походу один вообще конченый. Ну, в общем, если будет все нормально, то можно вот на такие ижевские амортизаторы переставлять его. Вытащил пенку, потому что тут после мойки вода была, и немножко пускай посохнет, под пенкой плохо сохнет. Ну все, теперь надо испытывать.